Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, дорогие хаверим, мир вам, друзья! Мы пребываем с вами сейчас в очень интересном времени. Сейчас весь еврейский и христианский мир отпраздновали праздник Песах. И я, в свою очередь, хочу поздравить вас со свободой, которую вы и я имеем в Иешуа Мессии. Как во времена Моше Бог вывел еврейский народ из египетского рабства, так и нас с вами, верующих в Иешуа, Бог вывел из рабства греха и ввел в царство своего Сына, нашего Господа и Спасителя Иешуа. Что же происходило во времена Песоха, того Песоха, во время Моше? Смотря в Писание, мы можем видеть, что это было особенное время. Это было время, когда Бог, Он особенным образом открывал Себя еврейскому и нееврейскому народу. В книге Шмот в 7 главе написано: «Но Господь сказал Моше: смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Интересный текст, который показывает, что Всевышний, Он избрал одного человека, Он избрал Моше, чтобы он стал Богом для фараона, который, по сути, олицетворял Бога на земле. И это все согласно египетской религии, чтобы потом произвести казни над этими богами, богами Египта. И последняя, 10-я казнь, которая убила первенцев, всех первенцев, в том числе и первенца фараона, она показала, что Бог евреев, Он является богом над богами. Он есть Бог богов и Господь господствующих. Тем самым Бог явил Себя как судью праведного, судью всемогущего, судью сильного. В то же время Бог явил свою любовь. Он явил эту любовь своему народу, которому даны были обетования, и которые обетования Бог исполнил. Но в то же время Он явил любовь всем тем, кто подчинял свои жизни для исполнения Его воли. И Писание показывает, что с евреями вышли из Египта множество и неевреев, но только лишь те, кто были послушны Богу и исполнили то, что Он определил сделать, кто помазал косяки своих дверей кровью пасхального агнца. 2000 лет назад было еще более особенное время. Особенное время богоявления. Бог богов и царь царей, Иешуа ха-Машиах, Он оставил славу небес и пришел на эту землю в облике человека. И, как говорил Йоханан Погружающий, мы с вами читаем это в Евангелиях, он говорил Иешуа следующие слова: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И этот Агнец, Он искупил нас, верующих, помазав косяки наших сердец Своей святой кровью. И этим Он явил великую и безусловную любовь Бога. Но тем же самым образом Он осудил тех, кто не верует в Него. Как говорит Писание, кто не уверовал во единородного Сына Божьего, кто не веровал, он уже был осужден. Друзья, из Священного Писания мы знаем, что эти два исторических явления – Бога человеку не были конечной целью Всевышнего. Выводя евреев из египетского рабства, Бог хотел вступить с этим еврейским народом, который Он произвел, Он хотел вступить с ним в завет и потом ввести его, уже этот народ, образованный Божий народ, ввести в обетованную землю. И этот завет, который мы с вами знаем, который называется Синайский завет, он должен был в перспективе привести этот еврейский народ к Иешуа и привести этот народ к новым заветным отношениям со Всевышним. Песах Нового Завета, друзья, также открывал возможность уже каждому человеку на земле
войти в эти заветные отношения с Богом и совершить путь своего спасения. Друзья, каждый из нас, кто в завете с Богом, он должен совершить путь своего спасения. Однако история показывает нам также, что не все, вступившие в Синайский завет, вошли в обетованную землю. Послание Иуды. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Потом история показала, что не все бывшие в Синайском завете стали учениками Иешуа, Мессии, и вошли в новые заветные отношения с Богом. Только те, кто принял Машиаха как Мессию Израиля, это сделали. Но, друзья, также сейчас, войдя в заветные отношения с Богом и совершить путь своего спасения, мы можем только при одном условии. Это условие пребывания в вере. Я хочу прочитать очень интересный текст Нового Завета. Это 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 6 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Машиах, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И далее с 11 стиха. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посего, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И сегодня, друзья, на фоне пандемии очень много говорят о том, что нас будет ожидать, что будет ожидать церковь, что будет ожидать Божий народ, как нам жить дальше. Сегодня стоят эти вопросы. Но Писание, которое является истиной во все времена, а мы знаем, что на протяжении всей истории времена были гораздо посильнее, серьезнее и опаснее, чем нынешнее время, Писание призывает нас с вами стоять в вере, быть в вере. И вера нам необходима была до пандемии, вера необходима нам сейчас во время пандемии, и вера нам будет необходима после. Вера – это ключевое состояние человека, который вошел в новые заветные отношения с Богом. Без веры Богу угодить невозможно. Только имея веру и возрастая в этой вере, мы сможем совершить путь нашего спасения. Только имея веру, мы сможем устоять с вами в той свободе, которую мы получили в Иешуа Мессии. И сегодня, друзья, этим утром я хочу молиться вместе с вами о вере, чтобы Бог утвердил нас в вере и умножил нашу веру. Мы все в этом очень нуждаемся. Я предлагаю закрыть свои глаза и помолиться. Авину Малкейну, Отец наш и Царь, Святый, мы благодарим Тебя за то, что некогда каждого из нас Ты вывел из власти греха и ввел в царствие своего возлюбленного Сына. Спасибо Тебе, Машиах, за то, что в Тебе мы имеем прощение грехов и искупление Твоей святой кровью. Спасибо Тебе за то, что косяки наших сердец, они помазаны Тобою, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что у каждого из нас есть надежда жизни вечной. Но мы Божьи люди. И мы нуждаемся в том, чтобы наша вера утверждалась. Помоги каждому человеку сейчас в это время взыскать Твоего лица. Помоги утверждаться в вере. Помоги возрастать в этой вере. Помоги двигаться вперед, совершая путь своего спасения, будучи утвержденным в вере, славля и превознося нашего Бога и Царя, Бешем Иешуа Машиахейну. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.